В преддверии Международного женского дня Грунолайф вышел на улицы города, чтобы спросить у Груник, что они обычно получают на 8 марта и что бы хотели получить в этом году. Хочу уже скорее 8 марта, чтобы мне папа там подарил букет тюльпанов. Это, наверное, самое приятное, что может быть. Ой, честно, я даже не знаю. Наверное, внимание – это будет самый лучший подарок. Внимание. А еще? Что вам в основном дарят мужчины в этот день? Цветы. Тюльпан. Тюльпан. Да. И торт. Торт, да. А какой любите торт? Шоколад. Я бы хотела получить цветы и торт. А почему именно цветы и торт? Потому что я люблю цветы и торт. Все. Я бы хотела получить, самое главное, это внимание своего любимого человека. Ну и тюльпаны. Я люблю тюльпаны. Тюльпаны, конечно. Только тюльпаны? Ну да, весенние цветы, хочется весны, тепла. Сколько в среднем берут цветы? Ну, не менее 5 штук, как правило, берут, да. И, кстати говоря, если раньше брали в крафтовой бумаге, да, сейчас, наоборот, любят прозрачную. Что бы вы хотели получить? Море цветов. Только цветов? Да. А вы? Чтобы с моими детьми посидел мой муж. А чем вы будете заниматься в это время? Я буду в это время гулять с подругами. Ага. Да. Ну, а ваши девочки, что бы они хотели получить? Девочки, что вы хотите получить на 8 марта? Мы хотим получить вот шоколадки. Только шоколадки? А да. Вы что хотите? А я хочу поехать на море летом. А куда именно? Я хочу лет на Неман. Ну, Неман тоже море. Я вас, наверное, удивлю, я бы хотела бы отпуск. А у вас давно не было отпуска? Да, у меня очень давно не было отпуска. Главное время, проведенное со мной, то есть сходить с папой, ну и с мамой в какое-нибудь, может, кафе, прогуляться по городу. То есть какие-то именно подарки для меня не сильно важны. Мне было бы приятнее иметь время, уделенное мне. Ребята, привет! Что вы дарите девчонкам на 8 марта? Ой, это секрет. Вот у девочки они сама. Уйдите, пожалуйста. Да, идите вперед. Сюда. Вообще, мы такой хороший подарок подарили. iPhone 11. Не, серьезно. А серьезно? Мы подарили девочкам пазлы и зеркала, и нам им понравилось. Все счастливы и рады. А на тренировке мы подарим очень красивые подсвечники такие. Они очень дорогие, но для девочек ничего не жалко. А что они вам подарили на 23-е? Ой, мне термокружку. Ну, там, и пацанам на тренировке термокружку. Ну, нам оригинальный подарок, конечно же. Носочки, как всегда. Больше. Хорошие. Но было бы лучше, если бы рыту подарили. Но так носочки тоже что, нормально. Что подарили? Ничего. А вы? Ну, тоже носочки. Я с ним. Да, мне тоже. Мы одноклассники. Мы одноклассники, а вот те две девочки, вот эти. И я, мы на тренировку на Чулин вместе ходим. И там мы им вот это будем дарить. Они нам кружки. Что бы вы хотели получить? И что вам в основном дарят? В основном цветы. Да вот и игрушки. Ну все, ну как обычно. Ну я как бы уже получила розочку. Наверное, самый приятный подарок — это цветы и мягкие игрушки для меня лично. Я очень люблю мишек. А вообще главное — внимание. Ну, я думаю, что, наверное, для каждой женщины лучший подарок — это внимание любимого мужчины. Это в первую очередь. А уже все остальное — это же кто что желает. Я думаю, многие намекают мужчинам о своих подарках. Какой ждешь подарок от родителей на 8 марта? Говори, что ты говорила маме? Пляти. Лимон? Да. А почему лимон? Лимонное дерево. Нравится, как растут, как появляются плоды. Нравится за этим наблюдать. Вы своему мужчине сказали, что вы хотите лимонное дерево? Или он знает? Конечно, заказала уже. А сколько? Вы сами заказали? Да. А почему не он? Ну, потому что я выбирала сорт определенный. А он оплатит это, да? Естественно. Я своей жене. Значит, вчера целый день бегал по Гродно и нашел французские духи. Наш Саха выделил нам подарок, и ты подарил и денежную компенсацию. Какой он молодец, какое нашего руководства. Я больше ничего не хочу. Что бы вы хотели в этом году получить на 8 марта? Ну, цветы и улыбки, хорошее отношение, уважение. А подарок — это самый главный подарок, на мой взгляд. Цветы, то, что я люблю больше всего. А какие цветы больше предпочитаете? Любые. Даже одуванчики. Они по-своему прекрасны, правда? Хотелось бы получить что-то неожиданное, то, чего не ожидаешь, что-то не банальное. Вот, ну и, конечно, цветы, наверное, потому что цветы всегда получаются приятно, кто бы что ни говорил.
Что бы вы хотели получить? Не знаю, у меня нет такой необходимости, то есть у меня все есть, и поэтому, когда мне спрашивают, что мне нужно подарить, просто будьте со мной рядом, мои родные, и мне будет хорошо.